Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Авраама Линкольна, нового лидера из Leader Pass в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности Божество. Все подробности этой партии в первой серии, переходите к ней, ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Там я все объясняю, что у нас тут происходит, в принципе, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо вам за поддержку. Давайте выключу свою рожу. Надо отводить тут нашу армию из-под Арпина, потом ее... А, посмотрите, Рим сколько арбалетов наделал. Так, как нам тут лучше свалить? Наверное, давайте так. 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 Дальше вот этого надо отводить, чтобы меньше это самое у нас тут незащищенное, значит. Угу. Так. Ну, наверное, этого сюда, этого так, этого так, потому что тут у этого больше всего защита от стрельбы стоит. У него уже плюс 7 и плюс, ну, короче, плюс 17, считайте. Так, вышли в золотой век. Были в героическом, тем золотом. К оружию? Вряд ли. Пульс паровой машины. Интересно, но у нас, по-моему, только 3 кампуса, в принципе. То есть будет 8 производства, 4 производства и 8 производства. С другой стороны, там плюс к строительству чудес. Так, ваших торговцев невозможно ограбить. Деньги будут. Ну, а вообще денег и так до хрена. С другой стороны. Ну, и здесь живут драконы, я думаю, нам нафиг. Вот тут либо реформа денежного обращения, либо пульс паровой машины. Хотя мы в Баффало когда-нибудь построим кампус? Просто интересно. Плюс 2. Кампус тут чисто на плюс 2. Ну, плюс 6. Ну, наверное, все-таки вот эту клетку можно выкупить и на плюс 6 построить. Уж видите, уже там Рим город бахнул. Ладно, наверное, надо пульс паровой машины все-таки брать. Хотя у нас всего 3 кампуса. Предположим, 4 будет. Берем пульс паровой машины. Так, значит, от Менделеева мы отказываемся. Я просто думаю, что мне бы еще и торговца взять в плане для корпорации. Так, Менделеева, наверное, Корея заберет, я так понимаю. Посмотрим, какой там следующий будет. И до национализма 2 хода, то есть до корпусов. А... Часов невеликого магистра 3 хода. Так, а бомбарды... Мы сейчас вообще что открыли? Так, ртуть могу продать. Ну, давайте Саладину. Что по стратегическим ресурсам? Железо. Нет, наверное, пока не буду. Ну, маловато дают. Вот, за 39 селитры. Ну, я не хочу 39 продавать. Давайте 10 продам. Чисто так. Так, уголь. Ну, уголь я пока накапливал, ладно. Ха. То есть я думаю, почему военном лагере? То есть если ты строишь фабрику, ну то есть здание в промышленной зоне, но у тебя есть военный лагерь, то юниты будут в военном лагере появляться. Забавно. Блин, красиво, конечно, сейчас выглядит это вот все, да, в снегах. Правда, другое дело, что у меня цивилизация к снегам вообще не приспособлена, ну ладно.
Так. Какие у нас тут еще города? Чунджу Самхай обращается. Ну, в принципе, Конгаш обращен, получается, да, уже в мою религию? Да. Собственно, у нас на континенте только Вавилон остался. Квилея, наверное, надо гранаду обращать, вот это, которая с тройной силой. Идем к гранаде, а здесь вот Лавенту Антананариву надо миссионерами. Ну и плюс разведать территорию заодно. О, кстати, можем преграждать путь этим ребятам зоной контроля. Здесь на воду спущусь. Так, в принципе, наверное, арбалетом вернусь, потому что у меня там плывет разведчик уже. Ну и здесь фрегатом как бы тоже нефиг делать. Спасаем нашу каравеллу. Вырвались от пиратов варварских. Фабрика, ну тут угольную тоже надо, что все 8 к производству, плюс мы... А, мы до Нового Орлеана не дотягиваемся, зато дотягиваем... Раз, два, три, четыре, пять, до Данвилла дотягиваемся. Кстати, мне бы... Наверное, знаете, что мне надо Мехико засоюзить? Тогда мы будем и до Нового Орлеана дотягиваться, а здесь мы будем... Минус энергия... Нет, до Баффало тут и так дотягивается. А вот эта фабрика до Нового Орлеана не дотягивается. Поэтому мне нужно Мехико засоюзить. О, надо все в центре городов купить, я думаю. Что не куплено. За веру, я имею в виду, и все. Только стены остались. Ну ладно, стены тоже покупаем, потому что это туризм. Не знаю, правда, нафига мне туризм с другой стороны. Пока так, что-то вот на средневеку или потратится. Потратится или нет? Хочется еще миссионеров начать отправлять с другой стороны. Ну так-то мы, в принципе, очень неплохо тут гнобим православие. 30-19. Может, лучше именно апостолов покупать, да? Ладно, давайте апостола еще одного. Блин, надо было, конечно, прошлым ходом. Теперь у меня только 3 заряда, а было 5. Да, ну тут продолжаем исследовательские гранты, я думаю. Или инвестиции в центр коммерции все-таки. Я хочу торговца. Сколько у нас до корпораций? Корпорации-то у нас в экономике. Ну, пока еще далеко... Не, подождите. Вообще тут не отмечу. По-моему, в экономике должны быть корпорации. Да, вот. Ну, надо банковское дело, чтобы 2 банка сделать. Озарение для национализма нет. Полководца великого нет. Нет. Озарение для военной науки. Это что? При помощи... Кстати, я рыцаря сделал. Мне еще рыцаря я хотел сделать. Кого-нибудь увидеть. Да, надо рыцаря сделать. Давайте в Ричмонде одного рыцаря сделаем. Создать кирасиров. Вдохновение, опера и балет. Художественный музей, понял. Выжженная земля — это 2 пушки. И проложить торговый путь. 2 пушки — это у нас сюда.
Ну давайте банковское дело, потом литье, бомбарды откроем. Два форта. Кстати, военно... этого надо бы тоже сделать. Давайте после угольной... Да что делать? Давайте, может, купим его просто. Вот, военного инженера. Ртуть продали. Ауч, больно. Я не знаю, нафига он выперся этими, конечно, арбалетами. Ваше знание секретов мироздания вызывает зависть моего народа. Да, не завидуй. У меня вызывает зависть Конга. Ну, Саладин тоже хорош, но у Саладина-то бонусы на это есть, а Конга... Надо туризм проверять периодически. Так, что там с великим ученым? О, Эйнштейн. Да, вот Эйнштейна нам надо заполучить, конечно. Хаммурапи готов нам уголь. У нас пока у самого уголь нормально накапливается. Пока отхожу трибушетами, чтобы место освободить юнитом. Сюда отходим, потому что тут только, видите, арбалетами он сможет проатаковать. Ну и здесь тоже, наверное, можно посмотреть. Нет, ладно, отойду. Вот тут, кстати, нормальный шанс рыцарем какой-нибудь арбалет завалить, если он сейчас дальше попрется. Кстати, вот в Баффало в связи с этим можно и покруче стены тогда. А, я за это, кстати, культуру получаю, слушайте. А вот это круто, кстати. То есть у меня комбо Валетты и Аютхая, я даже об этом не подумал. То есть Аютхая дает культуру за постройку зданий, значит и покупка зданий здесь влияет. А, соответственно, я за веру покупаю вот эти вот и куча... Ну, не кучу, но нормально культуры получаю. Так что мне реально надо все стены купить. Так, губернаторский титул. Я бы здесь, наверное, Рейну... Ой, не Рейну, Пингалу дальше. Вот так сделал. И что нам дальше в культуре? Ну, пожалуй, в мобилизацию дальше надо идти. Так, а вот теперь интересно... Так, значит, пока мы мушкетеров не объединяем, я хочу проверить, если я с обычным... Вот это эти мушкетеры... У меня все мушкетеры, которые здесь есть, они получены за счет строительства... За счет строительства промышленной зоны, хотя на самом деле один какой-то мушкетер из них апнут из воина. Сейчас надо найти какой. Да, вот Авраам Линкольн, наверное, это точно вряд ли. Хотя, может быть, и этот. А, вот, вот этот второго уровня. У него нету плюс 5, видите, от Авраама Линкольна. Вот это апнутый чувак. Вот сюда корпус не делаем. Сюда мы тратим содержание. А все остальные у нас не требуют содержания и получают плюс 5. Вот меня интересует, если я с обычным мушкетером их объединю, останется ли этот бонус? Ну вот это надо брать религиозные агитаторы вместе с тем апостолом использовать. Так, как нам лучше всего к Вавилону пробраться? Там подождать.
того апостола не использовать. Так, нам теперь надо два форта. Ну, тут где-нибудь на снегах построим. Блин, а что они так долго... Так медленно. Нам нужно, кстати, железные дороги по-хорошему сделать, но они еще не открыты, да? Так, давайте мы, наверное, после литья, в общем-то, паровой двигатель попробуем открыть ради железных дорог. Еще один мушкетер. Да, очень медленно у нас по дорогам бегают юниты. Один заряд, хочу пока тогда поисследовать, раз у нас один заряд. Конечно, мы этим можем торговцам еще корпорацию сделать. Кстати, возможно, так и надо. Он всего же три посла дает в городе-государстве. Но пока я им хочу исследовать территорию, конечно. Так, Аквилея обращена. Что у нас тут? Анций. Я думаю, вряд ли мне убьют миссионера, если я сюда влезу. Красиво протестантизм распространяется. Красиво. Такой континент еще цел. По идее, по-хорошему, я так понимаю, что эта игра для меня его оставила. Мне кажется, мне надо делать поселов и сюда ввести. Так, где у нас Магнус тут? Давайте просто буду покупать поселенцев. Ну, чтобы тут... Где Магнус? Потому что, чтобы жителей не уменьшалось. Так, и теперь, в общем-то, можно... за оставшуюся веру купить здания в центрах городов. Ну вот смотрите, возрождение, 201 производство, то есть 10%, то есть нам 20 культуры должно дать. Смотрим, сколько у нас накоплено на меркантилизм. Вот хрен знает, сколько накоплено, но, короче, 20 культуры должно сейчас дать. Блин, реально, как посмотреть, сколько накоплено? Ну, понятно, что это ускорение было, но... Хм. Так, ладно. Пока средневековые чисто покупаю. О, видите как? Уже один ход, а не два, как было. Исследовательские гранты, потому что у нас там Эйнштейна надо забирать. Меньше боевой мощи, антикавалерийский. Нет, это все ничего не надо нам. Ну и счастье у нас немерено, так что республиканское наследие тоже не надо. Так. Мне кажется, вот тут вопрос, конечно, интересный, надо ли нам везде фабрики, чтобы юниты получать. Но давайте пока, здесь пока все-таки шпиона. Ну, красиво, красиво. Знаете, что еще красиво? Так, давайте, тут мы все-таки ждем того апостола, чтобы совместно действовать. Еще красиво, когда вы лайки ставите моему видео и комментарии пишете. Вот это я вообще очень... люблю. Так что не поленитесь, пожалуйста, что-нибудь напишите, поставьте лайк. А если очень нравится, то можно супер спасибо или стать спонсором канала. Ну и тут появляются ссылки на мои социальные сети, куда вы можете заглянуть. Или подписаться на канал, если вы еще до сих пор не подписали, что это такое. Ай-яй-яй, таким людям. Так, возвращаемся к игре. Банковское дело открыто.
That's the bank's problem. In a market economy, however, и меркантилизм. Так, плюс один к перемещению. Кстати, вот это интересно. Потому что мы с нашей же территории нападать будем. Я бы вот вместо воинской повинности логистику поставил. Потому что денег-то у нас немерено. Так. Натурфилософия всего... Ну, тут надо ее оставить, потому что она теперь еще и производство добавляет. То есть у нас плюс 10 производства, считайте. И все остальное пока, наверное, оставим. Это не бессмысленно с одна религия. Хотя, может, при поражении меньше боевой мощи... Ну, пока нет. Я все равно пока не иду. Нам бы... Не, пока так оставляем. Логистика пускай будет. Так, а где у нас вообще... Да, вот нам военная наука и нужна, потому что рыцарям... Так, вот сейчас мы, наверное, можем пожертвовать рыцарям. В Баффало у нас все стены поставлены, да. И сейчас, по идее, я должен мочь убить этого рыцаря. Так, и... Нет, еще один ход часовни. Рыцарем убить нет, не могу. Блин, так могут убить этого. Подождите, как-то я... Странно, юниты. Так, давайте, наверное, этого рыцаря сюда. Так, поставлю. Как говорится, жест доброй воли. Отступаем из-под Арпина. Хаммурапи. Так, алмазы и кофе можем купить. Почему они так дешево продаются? 2 золота вход за каждый ресурс роскоши. Очень странно. Согласитесь-ка. Это объединить и себе ими не двигал. Так. Где мы тут будем города ставить? Да, проблема только в том, что тут сплошные скалы, так что высаживаться мы можем все равно только здесь. И еще... Не знаю, там даже, наверное, 3 можно купить поселенцев. Там дофига народу влазит. Так, что у нас? 4 хода. Ну, давайте, наверное, по одному ходу здесь и здесь еще проведем исследовательские гранты. Вроде должны получать этого. Как его? Эйнштейна. Блин, я еще 3 цивы не встретил, еще кругосветку не сделал. Могу я тут лечиться? Могу. Блин, ну 2 жителя жалко обращать, честно говоря. Просто пока исследуем территорию. О, Ереван. Ереван позволяет любые прокачки, да, выбирать апостолам. Угу. Тоже можно подумать
над его засоюзиванием. Так, а Рим, я надеюсь, скорее-то воюет. Воюет, потому что с военный союз плюс 5 имеем. Так, где у нас там? Вон апостол, значит, туда ведем. Блин, вообще что-то под вулкан встал. Не особо. Сейчас апостолы свои теологические баталии в лаве будут вести. Ну, еще для оперы и балета. Блин, ну у меня художественный музей. У меня две ГГшки просят вдохновения для оперы и балета. Мне театралка нужна для этого. Знаете, почему я боюсь театралку строить? Потому что Авраама Линкольна в театре убили. Я просто знаю немножко спойлеры. Не хочется театр строить, чтобы тебя там завалили. Так, ну мы сейчас должны... Рыцарь, наверное, сдохнет при этом, но нам надо рыцарям убивать хоть что-то. Тори де Белен Вавилон начал строить. Великий Зимбабве кто-то построил, не встреченный еще мной. Did you ever build a castle in the air? О, Тадж-Махал. Here is one. Brought down to earth and fixed for the wonder of ages. Don't judge someone until you've... Так. Значит, смотрим. Во-первых, минус 91 содержание юнитов. То есть я хочу сейчас в Ричмонде купить за веру мушкетера вот этого. И объединить вот с этим, который имеет сейчас плюс 5 мощи с Авраамом Линкольном, да? Содержание юнитов 95 увеличилось, когда я этого купил. Теперь объединяем их. Содержание юнитов уменьшилось, но не но на 90... Ну, то есть содержание вы все равно тратите. А теперь, сори, плюс 5 осталось ли? И плюс 5 осталось, да. Короче, надо вот этих так получать и объединять их с юнитами. Содержание все равно чуть больше будет. Но это норм. Так. Убиваем рыцарем. Арбалет. Продвигаем военную науку. Выполняем задание Нгазаргаму. И плюс идем... Знаете, что, наверное, все-таки линейных пехотинцев мне надо раньше открыть, чтобы апать там мушкетеров. Тут паровой двигатель. И плюс мне надо два хода, да? О, как раз строительная инженерия. Поставим карточку на... Чтобы апгрейд был дешевле. Ну, огонек. Так, тут тоже объединим. Тут пока выйду. Куплю здесь. А, блин, не хватает. Зря вышел. Да, что-то веры не хватает на покупку мушкетеров. Но я думаю... Нам этих будет достаточно, если я в линейных пехотинцев выйду с бомбардами, я уже Арпин снесу. Есть такое ощущение. Так, что там с чувачком? Один ход. Один ход, но надо... Ну, значит, еще один ход мы почитаем проектики. А, тут два хода, блин. Тут один. Кстати, может, в Монгомере что-нибудь другое лучше? Рурку могу вместо вот этого. Блин, ну и тут не такое уж производственное место, не такой уж производственный город, чтобы рурку тут строить. Может, все-таки пока отложить. Ладно, исследовательские гранты пускай идут. Театралка вменяемая где-нибудь может быть? Кстати, я поставил правительственную площадь, даже никакого соседа. Ну, кстати, вот здесь нормальная театралка. Давайте. Блин, ну убьют же Линкольна там в театре.
Прикиньте, была бы способность такая у Авраама Линкольна, если строишь театралку, ты умираешь, все, конец игры сразу, то есть не можешь театралки строить. Было бы дуже смешно. Ладно, пока читаем проектики. О, кстати, давайте пингалу на гранды повысим. Так, высаживаемся. Этим стоим. Кстати, в Баффало можно трибушет еще тогда начать делать. Часовня великого магистра готова. Так, тут же я не могу пока, да? Еще вот эту клеточку надо выкупить. Потому что там может город Конго построить. А это третий радиус для нас. Так, а что ж тут строить тогда? Кстати, можно и строителей поделать уже. Давайте в Рим попробуем производство тут поломать ему. Ай, пропускаем ходы. Кстати, энергия у нас добивает теперь, да? Кроме Нового Орлеана. Данвилл, Баффало. Ну, тут, видите, зеленый не отмечен ни Данвилл, ни Баффало, потому что там нету зданий, которые требуют энергию. То это только в Монтгомери и Ричмонде. Пока. Тонариву три жителя всего. Тоже неохота, собственно говоря, распространять. Блин, Алиенора вообще ни в чем себе не отказывает тут. Еще и апостол католицизма. Слушайте, все христианские конфессии собрались. Православие, протестантизм и католицизм. Три христианина друг с другом спорят в теологических баталиях. Всегда приятно смотреть, как протестанты бьют морду православным. В оазисе где-то. Под Антананариву. Все по историческим источникам, короче. Все по историческим источникам. Так, Мбанзампемба. Красивое название у города. О, смотрите, Эшнуна отваливается к Алеоноре. Прикольно. Я просто исследую миссионерами. Не знаю, Антананариву не хочу обращать. Просто вот... Ладно, давайте вернемся к Санге, наверное. И Мбунджимайи. Так, как тут война? Корея только уже... Не, Корея со всеми воюет. Конго с Кореей и Вавилон, да? И какие плохие отношения с Алиенорой. Анцы обратили 4 к очкам эпохи добавили.
вот и Конго второй. Ну, посмотрим, как у нее развитие. Ну, не знаю, тут, походу, все-таки Мбемба покруче, да? Ну, вообще тоже дохрена культуры, между прочим. Ну-ка, как у них... Ну, Мбемба на 5 технологий впереди, а по культуре, по туризму... Вот они, кстати, друг с дружкой. И вот как раз Нзингамбанди Мвембунзингу сдерживает. Так, нам остался Рим и Теодор Рузвельт, в общем-то. Ну, Рим, я имею в виду Троян. Рим Трояна осталось найти и Теодора Рузвельта. Так, что мы тут будем? Священное место, наверное, все-таки нет. Кампус. Тоже нафиг. Наверное, все-таки промышленную зону. Тут у нас места под театралку оставлены. И, возможно, тут еще какая-то, какой-то район от Монтгомери будет. Блин, а что я в новом? Ну, наверное, верфь подстрою. Тут хорошее, хорошее соседство, плюс 4. Что верфь нормально будет. Так, а тут я решил кампус. Несмотря на то, что рядом с вулканом, но плюс 6, это плюс 6. Ну что, прощай, рыцарь, ты сделал свое дело. Да. Конечно, он очень прикольно арбалеты подставляет. Однократно, сон, я не хочу. Наверное, выдвину этого мушкетера сюда. Не хочу. Хотя... Давайте убьем. А, нет, не убили. Ладно. Так, теперь, значит... Покупаем мушкетона. Объединяем с этим. Мобилизацию ускорили. Могу янтарь и трюфеля купить у новой встреченной чувихи. Так, сколько нам тут не хватает? 24, да? Ну вот, мы как раз следующим ходом там добьем. Так что в Ричмонде можно что-то строить. Банк. Фига, конечно, селитры. Ну, я могу селитру сейчас у кого-нибудь покупать. С другой стороны. Добьем. Я просто хочу карточку сначала поставить, чтобы в деньгах было дешевле апгрейд. Пока стоим мушкетами, мне их некуда вести. Вот этот корпус можно, наверное. Да, блин. Как тут местами-то поменять? Ну, вы прикалываетесь. Три хода. Почему не могу местами поменять? Кто-нибудь в курсе? Вот так только. Бред.
Катя, мы тут все руинки собрали. Да, тут я еще помню одной... Ага, вот. Нет, это на другом острове. Да, там, походу, собрали все. Ну, сейчас где-нибудь тут обработаю еще следующим ходом, правда. Конце обращен. Это Бандар Брюней. С ним мы не в войне, да? Занзибар, наверное, пообращаю. Знаете, не хочу сейчас вырубать, я хочу вырубить на театралку, то есть следующим ходом. Что не буду пока покупать. Так, значит, здесь этот снижает влияние других религий, а этим мы будем, собственно, распространять религию. Так, подходим пока. Ух ты. Еще и молоточком каким-то. Странная анимация сейчас была, честно говоря. Почему? А почему ей не нравится, что у нас разные правительства? Какая у нее вообще агенда? Вот деколонизация симпатизирует. 500 золота украли и открыли линейных пехотинцев. Так, и... ставим ап юнитов. Скидка в золоте на улучшение всех. Давайте, наверное, вместо макиавелизма, потому что все остальное я пока хочу оставить. Так. Смотрим. Мушкетеры, корпус. 165, 0 селитры стоит. Отлично. Так, заберем Эйнштейна. Лаборатории. Ну, у нас пока лаборатории нет. Ускорение двигателя внутреннего сгорания. Так, этим строим здесь форт. После парового двигателя баллистику пойдем. Потом научную теорию. Блин, в новом времени не только Хаммурапи, но и Саладин Сандок. Так, мне нужно для апгрейда трибушетов 26 селитры и... Нет, просто давайте... 26, значит, мне не хватает 16 селитры. А чего я этого не подвинул?
16 селитры. Кто продаст? Ну вот, 35 селитры, нормально. Мне тут еще на одного мушкетера еще селитра понадобится. Так, теперь надо еще за веру несколько линейных пехотинцев прикупить. Хамурапи Биг Бен, миссионер Апостол. Да, кстати, на родной территории сфабриковать скандал, спровоцировать беспорядки. Вообще-то пока не будет работать. Я не думаю, что у кого-то вообще еще есть, уже есть пригороды, чтобы провоцировать беспорядки. Ну, может, у Конго есть, конечно, это уникальный район. На родной территории. Не, давайте, ну, блин. Скандал. А, давайте скандал. Это на города-государства. Может, потом я буду перебрасывать туда и провоцировать скандалы. Просто думаю, что мне не надо обращать пока вот этих города. Мне надо пойти и реально города Вавилона, причем как можно самые большие. Вот этот на 13 жителей, там Бандар-Брюней прорваться, обратить. Искоренить эту православную заразу с планеты. Пока всего лишь 5 городов, и везде сидят губеры. Так что продолжаю, наверное, повышать. С другой стороны, кого тут повышать? Может, Амани в какую ГГшку отправить? В Мехико, например. Чтоб дальше работало, да? Потому что там театр оперы и балета просит. Надо с этого богу стоять разведчиком, чтобы поселенцев защищать, если вдруг появятся сейчас варвары какие-нибудь. Так, надеюсь, Алиенора не собирается моих миссионеров на костре сжигать. Мы же все-таки христиане одной веры. О, Саладин уже может мне нефть продать. Кстати, я думаю, что мне надо после парового двигателя в нефть как раз идти. То есть правый двигатель, баллистику открою. Надо ли мне научную теорию, я вот думаю. Наверное, все-таки нет. Я прямо в нефть пошел. И там угольную шахту мы построили. Броненосец мы можем апнуть, между прочим.
Так что вот так пойдем. Ну, потому что арта. И нефть, и арта, все это надо. Что боюсь. Ну, Саладин готов мне нефть продать, так что... Так что норм. Так, а что так как-то тормозить стало внезапно? Библиотеку строим. Так, ну... Вроде все путем. Но основные боевые действия у нас уже будут, очевидно... Нет, нет, не убили. Основные боевые действия будут в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Уже у нас появятся, я думаю, корпуса линейной пехоты. Бомбарды. Пойдем Арпин уже брать. Потому что Юлий Цезарь, конечно, тут плоховат. Плоховат. Хотя, ну, как бы по циферкам более-менее. Ну, я, очевидно, сильнее. Надо его будет забирать. Так, очаг культуры построили. Спасибо, что смотрите, ребята. Продолжение завтра. Не забудьте лайкосики, комментосики для Люлюсика. Я не знаю, почему я стал так разговаривать. Это... Не знаю. Впадаю в дятинство. Если нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, спонсорами становитесь. Супер, спасибо. На этом все. Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас, вот в плейлисте, который есть в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.